преддверии Дня химика хотелось бы поздравить всех работников Саянского пласта с праздником, пожелать всем здоровья, хорошего настроения и вот такое спортивного воодушевления, как сейчас. Яркое мероприятие прошло в среду на стадионе Саянского химико-технологического техникума. В честь предстоящего Дня химика завочане приняли участие в спортивном турнире, где собрались со своими коллегами, друзьями и семьями, чтобы весело и активно провести время, зарядиться энергетикой и позитивом перед своим профессиональным праздником. Накануне праздника Дня химика мы проводим наши соревнования военно-патриотического плана. Участвует у нас 12 команд. В этом году приглашены команды химико-технологического техникума, как всегда, наши ветераны и санаторий «Кедр». Проводится у нас 13 этапов. Они разнообразные у нас, как спортивная подготовка здесь нужна, медицина, творческие конкурсы проводим, музыкальные, исторические, стрельба, тир, лабиринт, где наши участники будут бегать в противогазах. Стараемся сделать наш праздник разнообразным, интересным, с большим, так сказать, с конкурсами. На торжественном построении перед участниками выступил заместитель генерального директора по работе с персоналом Андрей Куприн. Он поприветствовал всех участников, поздравил с наступающим профессиональным праздником Днем химика и дал старт эстафете. Впервые мы, наверное, в таком формате проводим, но этому есть причины, объяснения. Вот, в сегодняшнем празднике участвуют команды, вы уже их все прослушали, и названия, и девизы, и поддержали своими бурными аплодисментами. От лица руководства компании, от председателя совета директоров Виктора Кузьмича Круглова, от генерального директора нашего общества Николая Викторовича Мельника, приветствую вас и желаю вам сегодня получить массу самого позитивного, самого лучшего, самого энергетичного, самых-самых лучших вещей. Но мы проводим наш праздник, понятно, в канун нашего профессионального праздника Дня химика, с чем я вас всех и поздравляю, но проводим его и в непростое время для нашей страны, для нашей Родины. Сегодня 15 наших коллег, наших работников несут нелегкую службу в зоне проведения специальной военной операции, поэтому и наш праздник, и наш коллективизм, коллективный дух, командный дух будет направлен сегодня в поддержку боевого духа наших товарищей, наших коллег. Вот. Ну а сейчас я желаю всем удачных выступлений, несмотря на сегодняшнюю вот такую неоднозначную погоду. Я думаю, в конце, в остатке вы получите только самые хорошие эмоции от сегодняшнего мероприятия. Благодаря, конечно же, в первую очередь вам и вашим болельщикам. Руководство профсоюзного комитета предприятия уверено, что необходимо мотивировать работников вести здоровый образ жизни, активно привлекать администрацию, поощрять занятия физкультурой, развивать различные виды спорта, не только те, которые входят в комплекс ГТО, но и другие новые дисциплины. Уважаемые участники соревнований, приветствую вас. Особо хочу отметить, и чтобы вы поздравили, самую молодую команду, которая участвует в нашем спортивном празднике, это команду химико-технологического техникума. Ура! Еще хочу сказать слова отдельной благодарности генеральному директору химико-технологического техникума, назову как правильно называется, директор государственного бюджетного профессионального образования учреждения Иркутской области, химико-технологический техникум города Саянска, Андрюшевичу Геннадию Евгеньевичу, который предоставил нам спортивную площадку для нашего спортивного праздника. Удачи вам, побед, быстрого бега, покорения высоты и, конечно, коллективной сплоченности. Поздравляю вас с профессиональным праздником работников химических отраслей промышленности. Сегодня на предприятии пример здорового образа жизни подают в первую очередь руководители. Много лет они участвуют в спартакиаде, ведь спорт помогает развивать качества, необходимые лидеру и успешному человеку. Упорство, ответственность и решительность. А наградообразующем предприятии без них никак. Уже стало доброй традицией проводить в преддверии профессионального дня химика спортивное мероприятие,
в котором участвуют все подразделения нашего предприятия. Сегодня мы пришли все не для того, чтобы победить, не для того, чтобы посоревноваться, а для того, чтобы в очередной раз сплотиться, для того, чтобы показать свое единство, показать на то, как мы ценим друг друга, как мы уважаем и как мы готовы идти до победного конца. Поэтому сегодня мы находимся здесь, на стадионе химико-технологического техникума. Сегодня у всех хорошее настроение, несмотря на не очень хорошую погоду. Все участники настроены позитивно, заряжены на успех. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу поздравить весь коллектив акционерного общества «Саянс Химпласт» с наступающим профессиональным праздником, Днем Химика. Пожелать позитива, твердости духа, здоровья, счастья, мирного неба над головой. И пусть все будет хорошо в каждой семье. С праздником, уважаемые заводчане! Впервые в мероприятии приняли участие молодые атлеты. Это студенты Саянского химико-технологического техникума. И в этом нет ничего удивительного, так как, по признанию ребят, они проходят учебную практику на градообразующем предприятии и уже в скором времени станут его сотрудниками. Сегодня проводится спортивная эстафета, и в этой спортивной эстафете принимает участие огромное количество людей, так же, как и работники Саянс Химпласта. Отчасти это и тоже наш праздник, потому что мы учимся в Саянском химико-технологическом техникуме, и в дальнейшем мы будем работать на Химпласте. Следовательно, мы рады принять участие в этом празднике. В истории градообразующего предприятия немало замечательных спортивных побед и достижений, многие из которых вписаны ветеранами производства. И сегодня на смену им регулярно приходят молодые, энергичные и оптимистичные люди, которые продолжают традиции старшего поколения. В преддверии наступающего профессионального праздника «Днем химика» хотелось бы поздравить лично коллектив управления закупок и складской логистики с наступающим праздником. Также службу складской логистики, с кем мы сегодня принимаем участие в одной команде. Также поздравить весь коллектив годообразующего предприятия с наступающим праздником. Пожелать всем здоровья, удачи, семейного благополучия, здоровья семьи, близких, чтобы никто не болел. А также поздравить с наступающим большим юбилеем 25-летним годообразующего предприятия с наступающим классом. Пожелать ему долго лет жизни, чтобы развивался. В общем, все хорошо. Несколько слов хотелось бы уделить болельщикам, которые активно поддерживали свои команды и готовы были сами в любой момент принять участие в соревнованиях. Команда наша супер-класс! Не обыграть сегодня нас! Мы верим серьезно в наших ребят! С нашей поддержкой они победят! В связи с предстоящим праздником Днем Химика наши работники Саянс Химпласта ежегодно участвуют в спортивных мероприятиях. В этом году мы, болельщики команды «Русичи», пришли на стадион Саянского химико-технологического техникума, чтобы поддержать нашу команду. Но я считаю, что все, кто участвует, все уже считаются победителями. Хочется поздравить всех с наступающим праздником, пожелать вам всем всего самого замечательного, улыбок, здоровья и, конечно же, хорошего настроения. С наступающим праздником! Когда атлетов поддерживают их коллеги, появляется особая энергетика, ведь любовь и преданность болельщиков не заменит ничто. Ни медали, ни кубки, ни даже крупные денежные вознаграждения. Я работаю на предприятии 22 года, участвую всегда перед Днем Химика, на таких праздниках веселых, радостных, стартовых. Хочу всех поздравить с праздником, Днем Химика, пожелать здоровья, благополучия, огромного счастья и мирного неба над головой. На градообразующем предприятии акционерного общества «Саянс Химпласт» всегда особое внимание и поддержка уделяется ветеранам спорта и производства, чтобы сформировать так называемые школы наставничества. Главное в этом вопросе для заводчан является организация культурного спортивного отдыха работников предприятия. Я ветеран «Саянс Химпласта». Мы все ветераны «Саянс Химпласта» стараемся принимать участие во всех мероприятиях. С удовольствием принимаем участие. И сейчас, в преддверии праздника, хотелось бы поздравить всех с праздником. И сейчас, когда мы будем соревноваться, мы хотим, чтобы победил сильнейший. Спортивные мероприятия на градообразующем предприятии всегда пропитаны особой атмосферой и ярким колоритом. В такие массовые праздники не только участников, но и всех желающих принято угощать кашей из полевой кухни и ароматным чаем с пирожками. Когда-то это доброе начинание было встречено химпластовцами на ура. И здесь огромное спасибо хотелось бы сказать сотрудникам МЧС. Эй, моряк, ты слишком долго плыл!
В завершении праздничного мероприятия все участники были награждены грамотами и призами. Организаторы турнира отметили, что успехи трудовых коллективов акционерного общества «Саянский химпласт» невозможны без надежных сотрудников. Именно от их профессионализма и ответственности зависит стабильная работа градообразующего предприятия. Сам праздник учрежден в знак глубокого уважения к людям, которые трудятся на химкомбинате, а их деятельность заслуживает искренних слов благодарности.